Ну и в продолжении моих слов об ужасной экологии города железнодорожного, так получилось, что окна в комнате у девочек вообще выходят на Некрасовку, на Кучинскую помойку. Кто знает, о чем я, тот меня поймет. Поэтому, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, теперь в комнате у девочек живет вот такое вот дерево из цитрария. Кто не знает, что это такое, обязательно переходите по ссылке и смотрите. Оно обладает сильными лечебными свойствами. Не поливать его можно до полугода, но давайте я вам покажу в следующем сторис ролик в ускоренном варианте, что происходит с его листочками, если их начинаешь опрыскивать. Я опрыскала и наше дерево, сейчас оно начнет распускаться, видите, листочки уже зеленеют, по всей комнате появился запах, пахнет это дерево лесом и морем. В опрысканном состоянии оно выделяет микро-макроэлементы и природный йод, лечит простудные заболевания, щитовидку, астму, является профилактикой многих заболеваний. Через 6-8 часов дерево начнет закрываться, то есть вот эти шапочки побелеют, и в таком состоянии оно будет просто есть пыль. Дерево это похоже на бонсай и, конечно, является украшением для любого интерьера. Мы с мужем подумываем приобрести себе еще один такой же в нашу спальню, но пока, конечно, пускай оно живет здесь в детской и радует и помогает нашим деткам своими лечебными полезными свойствами.